Да, готов на все 100%, потому что прошел хороший тренировочный подготовительный лагерь. Буквально пару дней назад вернулся со сборов из Сербии. В городе Новый Сад провел очень хороший сбор борцовский и ударный по боксу. Думаю, будет очень жарко в субботу. Ну, что могу сказать? Очередной украинец. Думаю, все будет ясно в клетке. И приглашаю всех на этот поединок, потому что будет очень весело, приятно. Думаю, не разочарую своих болельщиков. Ну, конечно, самое время сделать ему рекорд 2-1, если у него 2-0. Ну, начиная с еще с 2007 года я в тяжах выступал, еще по борьбе в кадетском возрасте. В молодежном возрасте я выступал в весовой категории до 96 килограммов. Но со временем стало все тяжелее и тяжелее готовить вес, потому что у меня нормальный вес, мой рабочий был 112-115 килограмм, постоянно в 96 гонять было просто бессмысленно. И я перешел в тяжелую весовую категорию, где закрепился, и чувствую себя очень великолепно. В смешанных единоборствах для меня кумиры такие бойцы, как Федор Емельяненко и Олег Тактаров. Это оба тяжа, оба представители Российской Федерации, оба представители школ самбо. И довольно-таки сильные ребята. Я думаю, что с Божьей помощью получится дойти до их уровня.